С такой миной только на врага идти. Окей. Тогда у меня такой вопрос. Какова настоящая цель Ордена? И что за тип этот Данте? Не смей требовать ответов от командира! Ты обладаешь силой демона. Назад. Я не хочу тебя калечить. Что скажет Кирия? Калечить? Ты так ничего и не понял. И ты тоже. Я избран совершить следующий шаг эволюции. И стать чем-то гораздо большим, чем человек. Я теперь ангел. Нет, Кредо. Ты стал всего лишь демоном. Как командир святых рыцарей, я арестую тебя. Какова воля его святейшества? Еще не закончил! Твоя сила увеличилась. Кирия.
Нет, постой. Это не то, что ты думаешь. Почему? Почему ты это сделал? Мы хотели уберечь тебя от страшной правды, Неро, демон. Ах ты, сволочь! Неро! Не бойся, я пальцем ее не трону. Пока. Хотя, похоже на то, что твоя привязанность к ней выходит за рамки дружбы. Она тут ни при чем! Отпусти ее! Агнес! Как ты смеешь использовать мою сестру? Это мой бой, и я его закончу. Отпусти ее. Его святейшество предвидел твое поражение и приказал использовать твою сестру. Что? Если она тебе нужна, найди ее и поскорее, ибо я не ручаюсь за ее судьбу. Его святейшество использовал Кире. Куда он ее забрал? Обратно в штаб? Думаю, что да. Неро, оставим наш бой на потом, пока я не выясню всю правду.